Кировское шоссе. На севере города Москвы. Там станция метро Селигерская, а вот здесь наша долгожданная выход здесь и на другую сторону на Петровско-Карельское шоссе, вот в сторону центра Петровское шоссе. Здесь парк имени Святослава Николаевича Федорова. Куда я направляюсь. И вид на мой район. Наш Селигер-Сити там выглядывает. Гостиница метрополитена. Метрострой, так называется. Вид на мой дом. Такой здесь вид. Отсюда, с этого места, вот такой вид. На мой район, на мою сторону. На станцию метро. На строящийся транспортно-пересадочный узел. Вот в этом месте. Вид изменится. Закроется. Да, такой строится транспорт, пересадочный узел с автовокзалом. Да, интересный вид, хочу запечатлеть с этой стороны, я снимаю редко. Сейчас уже есть, чтобы снимать метро. Как мы все рады шаговой доступности. Жителям двух районов. Вот района Западной Дебенина и района Бескудниковский. Да, глаз не отвести. Сносимые. Из деревьев не видно, пятиэтажные. Тоже вид изменится. Уже строится вот там новый дом. Монолитный, хороший дом. Вот по той стороне очень много сносимых пятиэтажных домов. Какое движение здесь на Дмитровском шоссе. Да, с этой стороны Бескудниковский район с парком. И
имени Святослава Николаевича Федорова. И моя сторона. Движение здесь. Здесь Селигерская улица. Вот там она берет начало вокруг парка, пересекает Дмитровское шоссе и заканчивается вот в этим домом. 26. Селигерская улица. Поэтому и станция метро называется Селигерская. Вот так у нас здесь. Года.